Поехали. Здравствуйте, друзья. Посмотрите. Вот поближе подойди. Это, смотрите, чтобы поменять лампочку ближнего света на Opel Zafira B, мы разобрали пол машины, посмотри. Ну здесь, да, это чтобы вот туда залезть. Смотрите, надо залезть вот здесь, вот, снять колесо. Вот мы сняли колесо. Вот это правое. Правая лампочка перегорела у нас, ближний свет. Вот он, лючок. Да, я сейчас немножко покажу. Вот этот лючок. Этот лючок надо снять. Ну это вообще кирдык, ну-ка снимай. Это туда подальше отойди, Санька. Меня тут оператор, помощник. Это вообще, друзья, это мне надо самому туда залазить. Ну это ключи-то просто мы. Это туда надо руку просовывать, смотри. Надо руку туда просунуть по локоть. И чтобы достать эту лампочку, это, извините, писец. Полный писец. Дай покажу им. Вот, мне надо, смотрите, туда залезть. Но я еще отмываю. Лампочку меняем. И сколько журавлей летят. Ой, какие клинья. Посмотрите. Там сотни, сотни их летит.